золотая чаша, золотая. С этого момента пойдет отсчет времени. Я считаю, что все-таки главное не победа. Главное то, что есть какое-то рыбацкое братство, можно сказать. Общение, хорошие, приятные люди, атмосфера праздника. Ну и приятный бонус в виде призов. С какой целью приехал сюда? Я? Да, выиграть или поучаствовать, ну, просто? Ну, вообще за третье место. Первое нам, второе не надо, только третье, а, да? А, ты же был. Димон, третье надо нам? Ну, хотя бы 50-е почетное. Перед вами один из ведущих спортсменов Карелии, Владимир. Расскажите, Владимир, о ваших ощущениях. Космос, космос. Космические ощущения. Много уже удалось поймать рыб? Да. Вот, в шарман не влезло, в пакет стал складывать. Впечатляет. На какое место надеетесь, какое вас устроит? Кроме первого места, для меня других мест не существует. Может быть, второе все-таки? Ну, второе. Ну, если после Сани Фролова, то только вот. Это единственный на сегодняшний день в республике Карелии. Да чего что в Карелии, на всем северо-западе конкурент. Подлещики были? Конечно, были. Отпускаем. У вас интересная техника лова. Расскажите мне о ней. Ну, значит, достаешь бутылку коньяка, две стопки, один за заброс. Это похоже на технику, на поддев. Это действительно она? О, смотри. Вот они, укшизерские монстры. Ваши ощущения после поимки этой рыбы? Ой, неописуемо. Словами не сказать и пером не описать. И третий, домой. 123. Ручей, ёршик. Давай, давай, давай!
болельщики финал уж поддержат более достойно, потому что до этого, ну, это не аплодисменты, а оскорбления какие-то. Вот. Значит, да, готовы все. Внимание. Раз, два, три, поехали! Передо мной, да, вот, будет очень хорошо было видно. Так, малыш, подходите сюда, пожалуйста. И скажите, какой литобур. Спасибо всем. Барнаул 130. Рулет. Я немного призов. Косарь 600. Сергей. А команда? 3 икса. Переполнил. Соловьев Сергей, 3 икса. На, он был первый. Что вы чувствуете после этой победы? Осталось. Представься, пожалуйста, как зовут тебя? Соловьев Сергей. А откуда ты приехал? С Кондовоги. Как узнал про соревнования? В интернете. Первый раз участвуешь? Первый раз. А чем занимаешься вообще по жизни? Работаю. Работаешь? Кем работаешь? Охранником. Очень хорошо. Рыбалку вообще давно увлекаешься рыбалкой? Как родился? Как начал ходить так? Где рыбачишь в основном? Ну, рыбачу. Сам вообще, по идее, всю жизнь прожил как бы в деревне. На Онежском, да, озере? Да, Онежское озеро. Ясно. Какие любимые способы улова? Ну, так обычно на блесну, на пару шатаретки, ну, на такую. Зимой как? На мормышку. Зимой? Блесна, мормышка? Блесна, да, зимой. Блесна в основном. Ну, здесь варианты-то только такие в основном были, потому что надо было выигрывать. Ясно. Какая самая крупная рыба поймана? Ну, зимой поймана щука на 2,5 килограмма была в озере, в Гангозере, может быть, сами. На самоловку, блесну? Не-не, на блесну. На блесну именно, да? Да. А летом щука на 5,5 килограмма спина. Ясно. Белую рыбу какую крупную не припомнишь? Леща там. А, ну лещи-то это как бы стандартно каждое лето по 3 килограмма были, по 4. Само собой. На удочку, да. Как соревнования, общее впечатление? Хорошо, в следующем году тоже приеду. Обязательно приезжать, да? Конечно. Ясно. В конкурсе ледоборов тренировался специально или так? Нет, просто пошел вчера ножи новые купил, почитал в интернете, что будет конкурс. Я как бы вообще не рассчитывал. Ясно. Ну все, поздравляю. Ну, спасибо. Спасибо.